Состоялось первое в этом году заседание Политсовета местного отделения партии «Единая Россия». Встречу начали с торжественной части вручения партийных билетов новым членам. Ряды партии пополнили 3 человека. Люберецкое отделение – самое крупное в регионе. Оно насчитывает около 3100 единороссов. В ходе заседания избранные заместители секретаря местного отделения Сергей Антонов, Александр Шлопак и Георгий Николаев займут эти должности. Секретарь местного отделения партии Владимир Ружицкий призвал решать рабочие вопросы не в одностороннем порядке. Вы все это можете, умеете, я думаю, опираясь на свой опыт, на коллег, на наш политсовет, мы эти вопросы будем успешно решать. В местный совет сторонников партии избрали 5 человек. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности доложил секретарь исполнительного комитета местного отделения партии Георгий Николаев. По результатам за 2021 год мы заняли призовое место в рейтинге эффективности местных отделений по Московской области. И нам было софинансирование дано в размере 150 тысяч рублей. Единороссы приняли решение направить эти средства на материально-техническое обеспечение деятельности партии. В ходе заседания утвердили график проверок первичных отделений на 2022 год, а также рассмотрели другие вопросы. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.